Привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых маленьких пушистиков. Кстати, а ты любишь пушистиков? Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. У меня есть целая куча малышей всяких. Малышей-питомцев, вернее. Смотри, у меня даже есть утконос-единорог. Это вообще очень чудесное создание. И вот этот вот дельфина-единорог тоже чудесное создание. Но сейчас не об этом. Я тут видела, что мне попался новый питомец. Только надо его теперь найти. Сейчас поищем. А пока ищем, покупаем всех наших других ребят. Потому что они любят купаться здесь в холодной воде, в теплой воде. Ой, ты что сразу в грязь-то? И еще у меня здесь есть даже динозавр, представляешь? Это просто бомбически. Так, давай посмотрим, что у нас, где у нас и где вообще все. Да, заговорилась. Но я имею в виду, что надо найти нам наших питомчиков. У меня определенно появлялся новый питомец. Сейчас, ой, это куда ты полетела, моя обезьянушка? Сейчас посмотрим и поищем, где питомец. Ой-ой-ёшеньки, матрёшеньки. Землетрясение случилось, кажется. Так, где питомец? Так, ты в водичку, рыбка, иди. Птичка, птичка, можешь просто здесь сидеть. А я питомца поищу. Что-то я не вижу, где он. Хм, странно. Собачка здесь, дельфин здесь, кошечки и то здесь. А питомчика моего нового нету. Хм, очень странно. Так, может быть, в доме сидит? Сейчас посмотрим, кто здесь у нас есть. Рассадим всех по своим местам, чтобы проще было найти нового питомчика. Кстати, здесь кто-то в туалетик просится. Беги скорей, а то вдруг еще сделаешь тут лужицу, а то еще того похлеще. Так, здесь у нас, здесь рыбка, тоже питомца нет. Странно, нигде не вижу нового питомчика. Если мы найдем, он будет белым, но его нет. Хм, странно. Пойдемте поищем в другом месте. Ага, вот он где спрятался. Смотри, какой у меня питомец. Это что за обезьяна-единорог или кто это? Или это человек-снежный единорог? Очень странный. Его зовут Лео. Давай его разукрасим. Такого загадочного питомца у меня еще не было. Надо бы подумать, как его разукрасить, чтобы он был яркий и красивый. И что... Ой-ой-ой, ты еще и на лапах умеешь стоять. И чтобы он был узнаваемый, что ли. Так, сейчас посмотрим, какие у нас здесь цвета есть. Кстати, можно сделать вот таким фиолетовым. Мне кажется, прилично получается. Кстати, если тебе понравился этот питомчик, обязательно ему ставь лайк, потому что он этого определенно заслужил. А я ему сделаю полосочки какие-нибудь. А еще сделаю сердечки из сердечек. Это что-то у меня не получается, ну ладно. Пусть будет вот такое сердечко. Ну, похоже же, похоже. И солнечные солнышки. Сейчас сделаем. Посмотрим, как это будет выглядеть. Если будет некрасиво, ничего страшного. Мы легко смоем без труда. И что уже получилось? Так, сердечек моих не видно. Сердечко на попе, походу. Да, как-то не очень получилось. Может быть, смоем? Да, и я думаю, что надо смывать. Я, главное, старалась, а получилась какая-то не очень красивая штука. Но ничего страшного, сейчас мы все смоем и сделаем заново. А ты уже чистый, красивый и готов разукрашиваться. Ну что, давай выберем снова цвет. Может быть, все-таки бордовый? А, это даже не бордовый, это красный. Точно, давай пусть будет красным. И сделаем тогда, даже не знаю, может быть, просто полоски сделаем. А на красный какой цвет будет сочетаться с красным? Может быть, желтый? Сейчас подумаем. Сейчас попробуем сделать вот такенные полосочки. Так, и вот так. Давай клеточку нарисуем. Ой, что-то не рисуется. Все, теперь рисуется. Вот так и оставим. Хм, интересно, что из этого выйдет? Я, конечно, не очень уверена, что это будет красиво, но попробовать-то мы можем. Хм, да нет, слушай, очень даже прилично получилось. Смотри, какой яркий малыш у меня получился. Если тебе он нравится, обязательно ставь лайк. Конечно, он не самый красивый на свете получился, но тоже очень даже ничего. Ой, что там тебе, рыба укусила? Ну, пойдем, я тебя полечу тогда. Хм, и куда она тебя, интересно, укусила? Сейчас проверим. Так, сердце в порядке, спасибо зарядке. Все хорошо. Нервишки, глазишки, сейчас все проверим.
Да у тебя все в порядке, у тебя ничего, по-моему, не болит. И соплей даже нету. Ну-ка, а температура? Температура тоже в порядке. Так, осталось замерить рост. Ничего себе, вы видели, какой он высокий? Вот это да, мне кажется, он самый высокий среди моих питомчиков. И мы заработали золотую звезду. Это хорошая новость. Я люблю звезды. Ой, что? Рыбка, ты ко мне прибежала? У тебя что болит? Вроде здорово выглядишь. Ну-ка посмотрим. Сердце на месте. Все в порядке, только ты не прыгай. А то я даже смотреть не могу, когда ты прыгаешь. Ну-ка, глазки, тоже все хорошо. Ты куда там упрыгиваешь постоянно? А сопли, интересно, в каком у нее месте? По-моему, просто так потрогали ей носик, которого у нее даже не видно. Ну ладно, все в порядке. По-моему, рыбка вполне здорова. И может пластырь заклеить. Ну просто за то, что она не боялась ходить к врачу. Ой, кажется, рост забыли измерить. Ну ничего страшного. Рост измерим в следующий раз. Интересно, кто еще ко мне придет? Ой, барашек. Или кто ты? Давай сопли вытирай. А то что-то, фу, у тебя там какие-то грязные были. Ты рост у него тоже приличный. С глазками все в порядке. Это прям какой-то профосмотр получается. Потому что у них у всех все хорошо. Это просто прекрасно, когда все здоровы и никто не болеет. Кстати, интересно, можно клеить другой пластырь? Ну-ка, можно клеить другой пластырь, ура-ура, это я люблю. Ну что, мы тебя полечили, ты теперь здоровый и наверняка хочешь перекусить. Но, конечно же, я тоже уже проголодалась. Так, косточка со вкусом варенья, это хорошо, это вам не тухлые носки, а то тут любят всякие странности иногда есть. Так, найдем варенье, сейчас сделаем, все будет в лучшем виде. Держите вашу космическую косточку фиолетового цвета. Еще что-нибудь? Что закажете? Давайте посмотрим. Снова косточку. И с ягодками. Да кто-то у нас тут сладкоежка получается. Ну, давай сделаем тебе с ягодками. Где-то я тут их видела. Вот они. Была фиолетовая кость, теперь зеленая кость. Походу, кто-то костяшками этими питаться вздумал. Что? У нас новый сюрприз. Сейчас посмотрим. Это кошечка. Давай скорее ее разукрашивать. Подожди, малыш. Пойду кошку посмотрю. А вот и моя кошечка. Смотри, какая она милейшая создание. Мне очень нравится. Если тебе она тоже нравится, обязательно ставь ей лайк. Ведь она этого заслужила. Я-то правда не знаю теперь, каким цветом ее разукрашивать. Чтобы она была самая красивая мурочка на свете. А слушай, может оранжевым сделаем? Бывают же эти трехшерстные полосатые всякие котики. Так, нет, давай не коричневым, давай оранжевым сделаем. Точно, сделаем оранжевым и сейчас что-нибудь дорисуем. Например, бывает у оранжевых котиков... Нет, не такой цвет. А бывает вот такое коричневое пятно нарисуем. Сейчас нарисуем вот такие загогулины. И посмотрим, что из этого выйдет, если что, быстренько. Если что, быстренько все вымоем. Так, загогулина такая. Ну, это как будто бы шерстка, ну вы поняли, да? Загогулина такая, загогулина. Хм, что за слова у меня такие сегодня? И давай еще добавим вот этого серенького. Текс. Ну-ка посмотрим. Что получится, не знаю, но уже интересно. И что за кошечка у меня получилась? Посмотри на меня внимательно. Но так себе, мне кажется, придется мыть. Да, с такой кошечкой даже на улицу не выйдешь. Ладно, давай смывайся скорее и сделаем из себя что-нибудь яркое и красивое. Кстати, можно белым и оставить и добавить каких-нибудь ярких моментов. А давай сделаем... Ой. Давай кружочки сделаем, фиолетовые, например. Такс. А давай вот так вот прямо сделаем. Всяко по-разному сделаем, точно. Так. Подожди, у нас другой цвет? Да, другой цвет, все отлично. Фиолетовые и розовые сердечки, конечно же. Как же без... Куда же без сердечек? Сердечки и вот такие сердечки будут красные. Отлично. Ну что, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вот так-то лучше. Отличная кошечка получилась.
А на сегодня все, ребята. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилась эта кошечка и первый мой питомчик. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И на колокольчик нажимайте, чтобы уведомления приходили. Пока-пока-пока.